15 наклеечек у нас уже есть. Как я тебя долго ждал! Я тоже рад тебя видеть! Всем привет-привет! Мы на канале Ромайки Плэ! Сегодня в Магните новая акция «Миллионы!» Я пришел за игрушкой! Пока я куплю одну, а потом куплю все! И буду разыгрывать для вас! Да, друзья, у нас будет конкурс и на канале Ромарики Плей, и на канале Ромарики Бро, поэтому скорее подписывайся, чтобы не пропустить. Что, пойдем за игрушкой? А вот и стенд, Руслан, смотри. Здесь и мягкие игрушки, и сквиши. Они реально, они как мягкие, но внутри... Они сквиши прям, как приятно. Ну что, давайте теперь ближе познакомимся. Это у нас Боб клубника, Том ананас, Карл яблоко. А Руслану понравился морковь, Тим морковь. Пятый у нас идет Кевин банан, мне кажется, он самый большой такой. Джерри томат, а он самый толстый походу. А вот и сквишики, какие приятные такие, милые. Их должно быть 4 вида. На самом буклете всего лишь нужно 20 наклеек, и тогда игрушку можно купить за 300 рублей. А если у вас есть 50 цифровых наклеек в приложении на карте, то тогда можно аж за 150 купить миньона. 15 наклеечек у нас уже есть, поэтому нам осталось всего 5 наклеек заработать. Ну что, пойдем зарабатывать наклеечки? Да! Да! Я банана люблю, хочу банана, дайте мне банана, быстро! Получили 7 огромных больших наклеек, и еще 10 нам зачислилось на карту Магнита. Сейчас мы с Русланчиком приклеим наклеечки и посмотрим, хватит ли нам сегодня на игрушечку. Та-дам! Ребята, нам еще, мы наклеили целый буклет, еще нам осталось для следующей игрушки, которую мы купим совсем-совсем скоро. Ты определился, с какой игрушку ты хочешь? Нет, я еще не определился. Не знаю, хотел бы две. Русик хотел бы две, но у нас есть еще наклейки, и мы вторую скоро купим, только нужно будет подзаработать. Я выбираю морковь. Ух ты, а ну-ка покажи. Так, все-таки Руслан определился, и он решил, что сегодня к нам домой поедет морковка. Ну что, поехали домой? Ты еще спрашиваешь? Конечно, поехали. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Скоро у нас конкурсы. Скоро будут розыгрыши на все-все-все игрушки. А еще ищи нас в Инстаграм. Если ты хочешь получить приветик, то выполни задание в Инстаграме. Ссылочка на Инстаграм в описании. Сегодня приветики получают Маша Сметаненко. Пока-пока. Пока-пока.